Друзья, приветствуем вас! Весна пришла, несмотря ни на какие катаклизмы. А вместе с ней пришли и праздники. Будем готовиться к Пасхе. Выкрасить яйца предлагаем экологически чистым и простым способом. В кастрюлю с водой положите луковую шелуху. На подготовленные чистые яйца приклейте листочки петрушки. Затем такое яйцо положите в капроновый чулок. Тесно замотайте его. Подготовленные таким образом яйца положите в воду с шелухой и варите до готовности. Сваренные яйца охладите, а потом освободите их от капронового чулка и листочка петрушки. Чтобы яйцо блестело, можно его натереть подсолнечным маслом. Вот такие красивые яйца у нас получились. Пробуйте, это несложно. Всех с наступающим праздником. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.